Всем привет, друзья! Меня зовут Том. Сегодня мы с вами продолжаем выживать в игре H1Z1. В прошлый раз меня убили, черт возьми, ну, как обычно это бывает. В принципе, в таких вот играх, в такого рода играх. Вот, и мы начали заново, появились вообще в какой-то другой локации, в каком-то другом месте. Но так как здесь карта намного даже больше, чем DayZ, ну, это, насколько я знаю. То есть разработчики, когда только-только начинали, только анонсировали эту игру, они сказали, что будет офигенно огромная карта. То есть ее можно даже сравнить с какой-нибудь страной. Ну, то есть по-настоящему. Эта карта вот такая вот огромная. Я точно не знаю, правда это или неправда, но карта здесь действительно огромная, это я точно знаю. Поэтому вот, мы заспавнились в рандомном месте, как обычно бывает. И сейчас пойдем... Уже днем даже, друзья, потому что обычно, когда мы заходим в игру, у нас то ночь, то еще какая-нибудь фигня. А тут день, все шикарно. Мы идем лутаться с вами. Вот такие вот штуки парят. Я не знаю, как они называются, честно сказать, я не буду умничать. Ну, ребят, сейчас... Плюс к тому же сейчас... Ух ты. Открыть ловушку. Ух ты, мясо зайца. Вот это шикарно. Плюс к тому же сейчас почти... Сколько? Сейчас я вам скажу даже. 4 часа ночи у меня, поэтому язык мой может немного заплетаться. За это сразу прошу прощения. Тут у нас бочки с каким-то горючим... Горючим. Нафиг они нам не сдались. Уходим отсюда. Это, видимо, какой-то багнутый город. А, не-не-не. Нет, мне показалось, друзья. Сори. Мне показалось, что вот этот вот знак, знак стопа, он летает. Сори, знак стопа, сори, друзья. Я, кстати, вижу зомби. Вижу чувака, вижу чувака. Я не хочу с ним разговаривать, не хочу. Как там говорить, я забыл уже. А, окей, все, все, вспомнил. Так, возьмем эту воду. А, это empty bottle. Или все-таки можно... Нет, он сам убегает. Нафиг ему с нами разговаривать, в принципе. И мы с ним тоже не хотим говорить. За эти серии, друзья, сколько мы с вами наснимали. За то время, вот как вышла игра. Мы встретили уже с вами кучу народу. Просто неимоверную кучу народу. Даже я без записи, когда играл. Когда стримил. Даже тогда я встретил офигенную кучу народу. Ух ты, это что такое? Это что за хрень? Это что за хрень? Давайте их съедим сразу. Значит, раз их нельзя взять, зачем они тогда нужны? Давайте их схаваем. Так будет намного круче и намного проще. Энергия. Оставим кому-нибудь или скушаем сами? Нет, мы поступим как жадная сволочь. Скушаем все сразу и не оставим ничего другим выжившим, которые сюда придут в поисках еды. Окей, вот такие вот мы с вами коварные. Что это за звук? Тут что-то горит. Так, нужно прочекать. Господи, какая тут шикарная атмосфера. What the fuck? Тут где ты? Hello, dude. How are you? Hey, man. I'm fine, you? Yeah, I'm fine too, thanks. You're friendly? Yep. Are you? Okay, me too. How about your fist? You know, you are in fighting position. Oh, shit! This is... it's a bandit! Go, go, man, run! Fuck! Hey, dude, I'm friendly, don't shoot, fuck! Окей, друзья, на нас напал бандит, нужно валить от него. Нужно валить. Run, dude, run! Так, я не знаю, сзади, не сзади? Да, этот бандит сзади. Этот бандит сзади, окей. Просто давайте свалим просто от него вот сюда, вот в эту сторону, а он зайдет к тому чуваку в дом, я думаю. Да, он. Эй, don't kill him! Don't kill him, fucking idiot! Run, dude, run! Черт, он по мне стреляет, охренеть! Нужно будет сейчас себе лук состряпать, кстати, друзья, точняк. Точняк. Состряпать лук. Так, а давайте-ка убьем этого ублюдка. Точно.
Stop, you fucking idiot! Moron! Ой, sorry. Ау! Окей. Этот чувак меня убил. Надеюсь, я заспавнюсь где-нибудь рядом, но... Еще больше, кстати, еще больше, друзья. Wrecked. Еще больше, я надеюсь, что тот чел выжил. Но, скорее всего, он выжил. Потому что он сказал, оу, щит, рект. Но он убил меня. Но он не со зла, друзья, он не со зла. Ладно, чего уж там. H1Z1 продолжается. Так. Сейчас у нас ни хрена не прогрузилось. Скорее всего, я появился в каком-то совершенно другом месте. Кстати, давайте соберем ягоды. Что за звук? Нет, валим отсюда нахрен. Нужно собрать ягоды будет. Так, собираем палки. Кстати, вот они, вот стик. Они нам нужны как раз таки для того, чтобы сделать себе... Чтобы сделать себе лук. А вы видели, как тот чувак с луком только что на нас напал? Это очень круто. Охренеть, ветер дует. Погодка-то не к черту. Так, ладненько. А сколько нам нужно будет палок для того, чтобы себе лук сделать? Давайте посмотрим вообще, что мы можем себе сделать. Крафтинг. Вудстик. Вудстик. Хорошо, вудстик, так вудстик. Мы можем сделать вудстик из вудпленк. Но зачем нам вудпленк? Кстати, давайте сделаем вудпленк все-таки. Хотя нет, нет, мне кажется, вудстик. Нам нужно вудстик. Или, друзья, мы можем сейчас воспользоваться одной из этих штук. То есть, вы помните, да, что это за штуки? Мне они достались за предзаказ. Ой, господи, какой предзаказ? Что я несу? Эти штуки достались мне за то, что я купил самый дорогой набор этой игры. То есть, премиум набор. Сейчас можно, в принципе, использовать это и посмотреть, что будет. В принципе, у меня там куча всяких, всяких вот этих вот вещичек. Ребят, не думайте, что я донатер там или типа того, просто, ну, мне они достались. Поэтому, простите. Так, что мы можем? The skins, this crate contains skins of four various type of items you find in the world. Вот это хорошо, давайте используем. Open crate with key. Ага. Ага. Мне что-то выпало? А, мне выпала одежда. Ten polo shirt. Apply. А, то есть все, что нам выпадает, остается вот здесь у нас, ну, то есть на аккаунте нашем, на аккаунте. Давайте откроем еще, значит, ящик. Что уж там? Use crate. О, шляпа. Вот это круто. Да, хотя не очень круто, на самом деле. Кстати, когда... No planes ready, not enough survivors. Недостаточно выживших. Хорошо, давайте еще раз попробуем. О, мотоциклетный шлем. Отлично, еще раз попробуем. Давайте все откроем, господи, зачем они нам нужны? Еще один мотоциклетный шлем. Давайте, значит... Что это за звук? О, один такой ключик стоит сколько... 250 вот этих вот монеток. А вот такие монетки сколько стоят, значит? Давайте посмотрим. Get Station Cash, Tickets. Вот, Tickets, наверное. Хотя нет, 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 не Tickets. Bundles, я не знаю. Угу. Пофиг, пофиг, сколько стоит. Еще один открываем. Skin 10 Polo Shirt. Ну, такие у меня уже есть. Такие у меня уже есть. Давайте Apply сделаем, применим. Положим сюда. В принципе, она ничем, наверное, не отличается, в принципе. Apply, head. Ну. Apply. Я ж применил тебя. Ну, видимо, еще нельзя. Окей. Больше мы покупать не будем с вами. Вот это вот что такое, мне интересно. To special servers. А-а-а! Это билетики. Ребят, это билетики, которые... которые можно использовать, знаете где? О, там зомби, кстати, идет. Эти билетики можно использовать на специальных серверах этой игры. То есть здесь, в этой игре, есть специальные сервера, типа, ну, типа, как и в DayZ, там всякие моды, обновления, то есть на арму, я имею в виду. Вот, то есть
Вот эти вот билетики, это как пропуски на специальные сервера, например, с голодными играми и так далее. Да, типа того. О боже, какая тут ночь. Вы только посмотрите. Такое чувство, вот сейчас бежишь, и правда такое чувство, что будто ты находишься в каком-то фильме. В каком-то фильме. Катастрофе. То есть ты один такой, типа, выживший. У тебя ничего нет. Никого вокруг нет. Кроме бандюганов, которые хотят... Только и хотят тебя убить. Черт возьми. Так, давайте вот стики положим. Discover, что это? Wooden Arrow. Хорошо. Господи, какие крики. Discover, еще что-то мы можем сделать там из этого. There are 17 рецептов. Здесь 17 рецептов, чтобы... Есть 17 рецептов для, ну, для нахождения. То есть есть еще 17 рецептов с этими палками. Добавьте больше компонентов, чтобы начать исследовать эти рецепты и сделать их. Отлично. А что нужно добавить, чтобы сделать себе лук? Вот это вот любопытно. Может быть, тряпки? Скорее всего, кстати, тряпки. Давайте так и поступим. У нас есть чест, который мы можем, наверное, тряпки пустить или не можем. Фиг знает, но, в общем... Или бинт. Нет, не бинт. Бинт это слишком. Окей, ладно. Пофиг. В следующий раз. В другой раз, друзья. Как страшно-то. Да, ребят, что бы кто ни говорил, но атмосфера в этой игре реально присутствует, и даже вообще ее очень много. Атмосфера здесь просто охрененная. Вообще, Sony, они молодцы. Просто молодцы. Точнее, кто-то. Sony Online Entertainment, по-моему. Ну, по-любому, ребята, которые сделали эту игру, просто молодцы. Такие игры я люблю больше всего на свете. Вот серьезно, вот такой вот огромный мир, чтобы можно было делать все, что захочешь. Такие игры я люблю больше всего. Это, я думаю, все люди любят такие игры больше всего. Раньше таких было мало, кстати. Сейчас все просекли фишку и штопают такие игры, но не все бывают хорошими. Эта игра обалденная. Окей, что у нас здесь? Вы, конечно, простите, если, может быть, немного скучными серии получаются или типа того. Ну, то есть, простите за это. Зато серий будет много. Много всякого интересного мы с вами увидим. Ведь не обязательно должен быть экшен. Я, конечно, понимаю, что вы хотите, чтобы там были убийства, были какие-то интересные моменты. Но вот наслаждаться вот, так, вот этой атмосферой. Этими звуками вокруг. Это ведь тоже одно из удовольствий. Ну, кстати, там чел. И, по-моему, у него что-то есть. Подойдем к нему? Конечно, подойдем, господи. Что же нам еще делать? Убьет, так убьет. Убьет, так убьет. Hello, man. Сейчас спросим у него что-нибудь. I'm friendly. Dude. Oh, hello, man. I'm friendly, don't be scared. Я ему сказал, чтобы не боялся. Hello. Do you speak English? Oh, yes. Of course. This is... USA server. Что? Okay, dude, bye.
Окей. Чё там какой-то мутный? Пойду-ка я отсюда. Пойду-ка я отсюда по-добру, по-здорову. Ну, он здесь уже был, я думаю, вряд ли тут что-то будет, поэтому... Не знаю, что легче, друзья. Спрыгнуть со скалы? Кстати. Вау, посмотрите, там... Ух ты, вы только посмотрите, как это все проработано. Отсюда? То есть машина ехала? Упала сюда? Упала с этого обрыва, и вон она теперь лежит. Охренеть. Давайте прыгнем туда, потому что все равно у меня ничего нету, в принципе, и здесь... Ну, как бы, хочется возродиться рядом с каким-нибудь городом, чтобы обследовать не только территории, которые здесь. Да, да, ух, шикарно, как упали мы. Хочется обследовать города. Тут, кстати, есть один огромный, просто огромнейший город. По-моему, он здесь один, насколько я знаю. А может и нет. Если нет, то поправьте меня. Окей, мы появились где-то, ну, по-моему, в более оживленном месте. То есть я имею в виду, тут больше домов. Кстати, там чувак, по-моему, стоит. Да, это точно чувак. Нет, это не чувак, это зомби. Отлично, отлично. По-моему, я тут уже был когда-то. А может и нет. В любом случае, нам нужно зайти сначала вот сюда вот. Это все потому, что вот в таких вот будках, ну то есть в таких вот гаражах, в которых чинят машины там и так далее, в них зачастую топоры бывают. Ну или хотя бы crowbar. Так, search desk. Охренеть, вот даже здесь, просто послушайте, какие звуки. Просто прислушайтесь, друзья. Это просто идеально. Идеально. Я не знаю. Так, ладненько. По-моему, здесь... Топоров, по-моему, тут нет. Охренеть. Так, ладненько. Куда еще можно сходить? Вон там вот, по-моему, тоже что-то есть. А там заправка. Здесь типа это... СТО, тут заправка. Кстати. О, нет, это мусорные штуки какие-то лежат. Я подумал, это человек, может быть, или типа того, кто-нибудь. Его стор. Или зомби какой-нибудь сдохший. А вот здесь, кстати, я однажды увидел пистолет. Вот на таких прилавках. Однажды я увидел пистолет, но я, кстати, не уверен, тут патроны добавили к пистолету. Ну, то есть вообще к оружию патроны добавили здесь или нет. Вау, what the hell? What the hell is wrong with you? Что это за штуки? Окей. Видимо, тут кто-то или ловушку сделать пытался, или что. Нет, ребят, я ошибся, это не более оживленное место, это еще... Еще более мертвое место. Вот это вот, я думал, что вот это вот куча мусора, это какой-то зомби или... Это и есть зомби. А почему он мертвый? Я думаю, он мертвый. Кстати, нет, все-таки я ошибся. Пули тут есть. Вспомните прошлую серию, друзья. В прошлой серии меня убили как раз-таки пули. Точнее, не меня одного. Просто расстреляли. Вау, что это было? Что это? Вау, круто, круто, круто. Ну ладненько, на таких мелочах зачем заострять внимание? Сейчас из дома в дом побегаем. Кто-то в этого зомби спулял стрелы. Это значит... Черт возьми! О, черт, я открыл дверь. Так, ладно, бежим, не заходим, сюда просто бежим. Вот, кстати, опять стрелы, и тут какая-то штука. Take compass. Hello, man, I'm friendly, please help.
So many zombies. I'm coming. I'm here, dude. Yeah. Hello. I'm friendly. Don't kill me, please. Oh no. Fucking zombies. So fast. I got him. Okay. Easy. Easy breezy lemon squeezy. What's up? Did you find anything good? What? You find anything good? Just crowbar. Oh damn. That's too bad. Yes. You play alone? Yeah. Or with friends? Oh, let's be friends, man. Yeah, sure, sure. How I can make this... Как лук будет, я забыл. Oh. Fuck, my English, sorry. I'm not from USA. One moment. Так, как будет лук? Я забыл. Я забыл. Вот я прямо сейчас... Господи. Fuck! I forgot this word. Черт, я забыл это слово и... Блин, очень плохо. Как будет лук на английском? Блин, как же я забыл. Блин, господи, я не знаю, как будет лук на английском. Ну, то есть, лук, который в руках. What do you need? Right now, nothing. Just survive. Good. Yes. You know the way to the city? What? To the city. The bigger city. Он убил чела прям с одного выстрела, охренеть. Sorry, dude, I can't hear you. Please repeat. Что он сказал? What? Repeat. What do you say? You know what the city is? What? I think we're lost. Так, он думает, что мы потерялись. Этот чел просто какой-то лукарь. Я не знаю. Блин, ну как называется лук-то? Я забыл, господи, как можно быть таким тупым? Как можно забыть, как будет лук на английском? Как будет на английском сторона? Сайт? Да. Ну то есть я ему хотел бы сказать, типа, пойдем в ту сторону. We must find city. Big city. But where is city? Avram Highway. I think... Go, dude. Let's run. Yes. Надеюсь, он меня не убьет. Если он убьет, это будет печально.
И прикольно. Dude, what the fuck? Go, don't stop. Trying to find out where we are. Yes, we need to find out. We need to find CT. Yeah. And more food and water. Я ему сказал, что нам нужно найти больше воды и еды. Наверняка вы это поняли. Bubba's Truck Shop. Truck Stop. Окей. Fuck this place. Go. Oh. Fucking rain. Да, дождь тут как будто постоянно, как будто вот просто постоянно здесь дождь идет. Я не знаю почему. Видать, может быть, в такой части Америки как бы действие происходит, я не знаю. Ну, в общем, ладно, друзья. Раз уж тут пошел дождь, значит, вы меня навряд ли сейчас будете слышать. Поэтому да, друзья, давайте. До следующих видео. С вами был Том. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Оставляйте комментарии, если вам нравится H1Z1, если у вас есть друзья, которым нравится эта игра, то скидывайте им видео, может быть, и видео им тоже понравится. И они подпишутся на канал, и все будет круто. В общем, ладно, друзья, спасибо за то, что вы есть. Спасибо. Давайте, до следующих видео.